Начало Эпик GTA. Эй, постой, 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 парень. Нам нужно сначала подружиться. Меня нормально слышно? Машину сбить? Да. Вот так мы подружились с Колей. Не, ну я могу тебя, конечно, дреном огреть сначала. В другом месте дреном будет ребята гревать. Все. Иди так к черту. Ну ты гандон. Сам я поеду на своем эскалейте. Я сейчас найду ламбо и догоню. А, бичара. Иди сюда, ты. Я тебя победил. Ау. Ты сейчас там, небось, за базуку, да, схватился? Нет, за какую базуку? Подожди. Я вроде за дробовиком шел. Куда ты делся? О, господи, я вижу. Ну ты и трус, щенок. Трус. Слюнтяй сопляжуй. Я, знаешь, бегу здесь, крики мирного населения какие-то. О, я кое-что нашел. Иди сюда, щенок. Поехали в аэропорт. Вот так, кстати. Так, ладно. Там черная Феррари. Хочу черную. Ну и где ты? За тобой еду. Неправда. А, вижу, все, вижу тебя на карте. Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Я не пускал. Слышишь, ты помнишь то место, где мы разгонялись и выпрыгивали в нужный момент, когда еще разбил тачку, об другую она взорвалась? Нет, не помню. Какой-то спуск дикий там. Можно поехать на качельке. Ай, да, не знаю, решаю куда. Потом, качельки. Потом на качельке поедем. Ай, подожди, ты на мост заехал? Да. А, погоди. А ты поставь сейчас себе этот маркер на карте. Я понимаю, а, ну сейчас, погоди. Я просто за тобой еду и все. Ты же едешь в правильном направлении. Нет, тебе устроил препятствие. Гранаты не кидай. Че? Гранаты мне будешь кидать? Нет, просто не поменяешь. Да ну ты ты. Некий зал. Некий зал. Да, я уже понял. Что ты сделал там? Ну ты. Ай, ну ты. Ай, блин. Так, окей, мы почти в аэропорту. О, желтая Феррари. Что-то я нафига сделал. Да это же болезнь GTA. Ну, в принципе, да. Причем в пятой точно так же. Тоже берешь что-нибудь там одно и сразу же куча. О, я об этом не знал. Ну, не куча, ну просто как будто вот ты едешь и там еще 2-3 точно. Тут есть одна улочка, у меня даже скриншот есть, если он не стерся после деталей. Короче, улица и вся в доджах одинаковая полностью. А, я помню, ты показывал. А, я не туда заехал. А, ладно, просто. Почему? Просто спрыгну с моста. Хорошее решение. Я уже спрыгнул. Вот это озвучка. Эй, ну братан, я ж после тебя боюсь. Нет, я упал. Я куда упал. Ты? Я вниз упал. Так, ты ж вроде ехал в аэропорт. Типа того. Так, где там твой Феррари? Молодец. Иди нахрен. Иди нахрен. Ты заманил меня. Шикарно получилось. Ничего шикарного. Ничего шикарного. Я тебя собью. О, это было невероятно. Иди отсюда. Пошел. Нет. Ладно, знаешь, куда мы поедем? А, ну тут до аэропорта немножко уже. Ну так забери меня тогда. Окей. У меня машины нет. Сейчас. Однажды я уже забрал тебя. Ау.
Нет, ты меня не сбил. Пойдем. Бах-бах. Ты что делаешь? Я стреляю в воду. А подожди, ты меня, получается, спекля же в прошлый раз, да, грохнуть успел? Ну да. Мне понадобится одна штука, подожди. Так нечестно. Что ты делаешь? Месть. Он пьян. Да ладно, я уже не буду стрелять на него. Окей. Все. Так. Где там наша машина? Эскалейт. Так. Какие? Мне просто везет. Да, я вижу. Запрыгивай, Марти. Окей. Так. Ты прям как таксист. Не можешь довезти нормально человека до аэропорта. Меня всегда не довозят. Угу. Да что ты так медленно едешь? Давай побыстрее. Что ты искал? Ну и что? Выжми все 300 из него. Сейчас попробую. Астон Мартин. Астон. Да я видел, но ты уже не успеешь. Сказал. Так ты же не выжмешь 300 отсюда. На нем выжму. А я сейчас спугну. Нет, ну не надо, ну зачем ты ему фару разбил? Да пофиг. Ну смотри, зато он остановился. Отлично. Да, стой. Да я по нему же стреляю, а не по тебе. Ты по машине стреляешь. О. Я уже сел. А, и тут еще два. Да давай, извините, какие-то бады, да. С одной случайности. И ты так будешь водить, короче, в будущем, тоже всех давить. Я не специально, это был дрифт. Жрифтовал. Пошли, Борис, да ты, ай, да научись водить. Я отлично вожу. Ага, я забыл. Так. Ну, пожалуй, тебе здесь пора покинуть мой транспорт. Окей. Что за истошный крик? Я тебя достану. Окей. Ракета летит за тобой. Где? Я не вижу. Она уже взорвалась. А ты чё, ментов выключил? Эй. Да, я их отключил. Да без них круче сейчас бы уже тут валялись. 100 лет как. Надо потрюкачить. Я трюкач. Джейсон Стэтхэм. Нет, ты хач-трюкач. Я не хочу. Не надо так говорить. Ну у тебя хачинские замашки. С чего ты взял? Ну, трюкач. А, ну. Ладно. Кенблок тоже тогда. Да ну, ты. Тот. Ай. Кем ты его назвал? Ну да. Видимо так. Да куда ты уехал? От тебя подальше. Поехавший ты, урод. Толстый. Ну все, ты нарвался. Сейчас пизды заводи, не получишь. У меня с собой... Короче, для зрителей. Дело в том, что Коля в будущем выбрал себе профессию водителя маршрутки. И мы часто шутим насчет этого, он злится. А ну пошел бы ты нахуй. Ау, какого черта? Я сейчас тебе затычку в почку. Вот. В почку? Не вижу оружия. Мне нужно РПГ. Так, я почти здесь. Ох, как он ровно взлетел. О, Коля, слышишь? Давай посадим тачки, покажем, как это делать. Я уже еду. Тебя. За мной?
на твоей почте. Ага. Так, где ты там едешь, вижу все. Ты сдох, что ли? Нет. За тачкой? Ну, я в тачке. Я еду к тебе. Угу. Окей. А ты что, вертик сел? Нет. Ага, он сам взлетел. Ты забыл за проезд, заплати чему. Надо быстрее заходить. И спасаться быстро. О, господи. Подожди, у меня не работали кнопки, ни черта. Я прям как Джеймс Бонд. Ищу теперь на Астон Мартин, сейчас сяду и уеду. Разбитый. Так. Ну, он же едет. Ну, окей. Итак, вертолет. Хеликоптер, вот он. Пинчбэк. Нампады надо их подключать, так как у меня не работают нампады. Двоечка. Да, долго не стал быть. Ну стой, что ты творишь ненормальный? Я? Почему я не еду? Я не еду. Я не могу ехать. Ну, мужчина это бывает. Нет, это мой Астон Мартин, уйди. Он не заводит. Хорошо. Херобость водила будет. А, где моя заточка? Иди сюда. Иди сюда, ты. Я тебя сейчас собью. Иди сюда, дерись как мужчина. Стой, я сяду на самый грозный транспорт в этой игре. Слышал, как он заделся? Нет, не слышал. Ладно, все, поехали сажать машины. Поехали тебе почки вырезать. Да хватит шутить про почки, это уже не смешно. А тут вообще хоть что-то смешное было? Ну, вроде да. Я смеялся. Ай. Б. Ты назвал Егора Ивом, вот это было смешно. Ну, Ильич тоже с нами, но он как бы не снимается. Ну, он как бы... Должен был молчать. Херово из тебя водила два. Иди сюда. Да все, едем сажать тачку, успокойся. Я не успокоюсь, пока ты не сдох. Я уже сдох. Ну ладно. Ты успокоился? Нет! Я думал, я тебя стараюсь. Нет. Я только зря разбил свой Астон Мартин. Ну и едь, возьми хилку и поедем их сажать. Сейчас я возьму. Быка за рога. Все. Я на пляже. Я сажаю. Кого ты сажаешь? Печень. Ладно. Все. Ты что, выпил водицы, как Андрей из Комсака? Нет. О, все, одно колесо посадилось. Так, ну, перед почти. Да ё-моё, ну ты дебила. Я тебя не сбил. Ты типа мне путь преградил. Ну я тебе бибику привез. Зачем, если мне есть? Что у тебя за лезгинка там внутри играет? Только ты слышишь лезгинку. Там тяжелый метан. Метан. Да ёпт. Да, она заведется. Да не стреляй ты по ней просто так. Эй, я тебя не убивал. Ты мою тачку убивал. Убийца машин. Десептикон. Она загорелась. Ладно, я посадил, будем считать так. Но в принципе она так и выглядит. Сейчас посмотрим. Помнишь, как ты ее посадил? Да. Ну, якобы посадил. О, она, кстати, мощно выглядит. Вообще, ДТМ. Мне нравится.
Йоу-йоу-йоу-йоу. Сейчас я приеду за своим. Я про дедушку кину дымка. У меня отвалилась дверь по пути. Я просто ехал, у меня отвалилась дверь. И колесо пробилось. Я лечу к тебе на парах. Так ты машинист или водитель, определись. Не, ну двигатель внутреннего сгорания, да, там пары, все дела, вот я на них лечу. Сейчас я с трамплина взлечу. Ты не видел? Я видел, я это снял. Я вовремя завернул. Да не убивай, ну ты гандон. Ладно, ладно. Я же тебя не убил. Ну хорошо, хорошо. А вот сейчас я тебя убью. А у меня все равно оружия нету. Ты чё? Видел, какая посаженная? Офигеть. Как у нас в Ставрополе. Ай, спалил город. За цензурю. Ну ладно. Ой, да ты сам палишь все время. Да куда ты? Нет, ты не взлетишь. А, окей. Да как шутка. Ты меня не догонишь. Не догонят. Да иди туда. Так, сейчас я настрою управление. Я тебя убью, я тебя с пистолета сейчас убью. Прекрати, дай настрою управление, будет смешно. А ты меня будешь просто мочить? Сейчас будет смешно. Влево. Вниз. Вверх. Давай, поймай меня, если смог. Все, применилось, отлично. Ну и где ты? Поганец. Ага. Окей. Главное, сейчас мы... Ай, да ты вы дураки, вы купили права, что ли? Это какие-то сцены из голливудских боевиков, понимаешь? Да я понимаю. Господи, господи. Так, сейчас я развернусь резко, такой как Джеймс Бонд. Я убил тебя, я тебя убил. Не ты меня убила, взрыв машины. Но я ее поджег. Лолита. Сейчас я возьму другую машинку. Тебя, у тебя же отвалилось крыло. У меня не только отвалилось. Я тебе не помогу. Бегу с заточкой отсюда, давай. Ты там что-то разбил? Нет. Да, у тебя бибика. Корвет. Еще один корвет. Что ты молчишь? Просто ездаки 90-го уровня. Что ты делаешь? Да у меня оружия нету, отстань. Нет, отстань. Все, пора заканчивать это дерьмо. Нет. Нет, ты не попадёшь в меня. Как ты взлетел? Господи, что с тобой? Я же крыши падал. Ты опять снял. Да уйди. Время шахида. А ну иди сюда, Вадим. Давай, попади в него. Я...
под задницу, и я типа в будущее. Блядь. Ну окей. Видал я эквилибриста. Гопника запряли ножом. Нет. Он крикнул Skrull US. Alright. Hey. Колян, я научился разговаривать. Давно пора. Улица нигеров. Плохая улица. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí.